вы эти цифры. Хорошо, вопрос Double 12 Tail Grab и Bexy Double 12 Tail Grab. Думаю, для людей, для общей массы это ничего не говорит. Все давно точно. Я более сложные элементы делаю. Расскажите, пожалуйста, вот тут мы сегодня с судьями пообщались, попытались как-то выяснить, по каким критериям оцениваем дамбордистов. Вот в дисциплине биг-эйра расскажите, так сказать, простым, понятным обывателям языком, какие основные обывателя. Что такое биг-эйра? Как можно больше крутишься, значит, это более сложный элемент, но также ты должен его делать чисто, скажем так, красиво и с грэбом, то есть захватывать на скилле.